Очередное неопределенное затишье в выпусках видео, но при этом неиссякаемое желание продолжать их снимать. Говорит о том, что сейчас я записываю этот небольшой анонс. Ну а свое внутреннее желание я еще раз укрепил тем, что купил микрофон. На этот раз не пушку. Которая крепится на камеру, а конкретный конденсаторный микрофон, который поможет мне сделать видео чуточку лучше. Ну и за все это время, пока не выходило никаких новых выпусков, успело произойти все вот это вот. Я успел съездить в Москву и снять про Диснейленд. Что мы знаем о Диснейлендах? Ну, они привлекают много людей. Мы с Региной успели побывать в нашем любимом родном районе ветеранов. Я успел найти супер крутое активное пространство на Карповке. Я успел влюбиться в супер крутой жилой комплекс и еще много-много чего, о чем мне еще предстоит вам рассказать. А на этом все. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.